ты? Хорошо, брат. Да ты этот бой выиграл на везение, чисто на везение выиграл. Что ты хочешь, объясни мне. Я тебя в первом бою раскатал. Ты еще хочешь, чтобы я тебя раскатал? Объясни мне, что ты хочешь? Ты меня в первом бою не раскатал, ты сразу полез в ноги нюхать мои пятки, это во-первых. Подбирай слова. Чего, какие слова подбирать? Обычные слова подбирай. Ты подбирай в Инстаграме слова. Там херню, как ты мне обещал бой. Ты мне обещал два боя. Я тебе обещал, я тебе сделаю, я тебе сказал, что? Подбирай слова. Ты в Инстаграме какую-то там обезьяну банал. Ты на что намекал, объясни мне. Это трэш-ток. Какой трэш-ток? Это трэш-ток, тебя что, задело? Через задело? Задело, возьми с меня здоровьем, если тебя задело. Я тебе говорю, твоя тупая бычка уже всем надоела, это просто трэш-ток. Ты посмотри. Клоун, ты дружище. Клоун ты, ты посмотри на свою карьеру. Ты все уже ниже плинтуса. Выходи и дерись. Дружище, ты в ММА знал, что я никакой в борьбе. И ты ничего не сделал, кроме того, как меня завозить. Это твои проблемы, понимаешь? Твои проблемы. Да ты говорил, что ты везде меня размотаешь, ты просто... Ты вышел, насколько ты весил там? 106 килограммов говна, ты ничего не показал. На, скажи, что покушаешь. Здесь один бой нас случайно выиграл, здесь ходишь, думаешь, ты кулач какой-то. Что ты выиграл? Какой? То, что вы делаете сейчас, один на один, это часть трэш-тока, часть шоу, но не переходите рамки. Это не красит ни одного из вас. Хотите драться, деритесь в октагоне. Толя, я никаких граней не прихожу. Просто у тебя, я смотрю, здесь клоун развелся, и все, ему надо ходить в костюм клоуна и развлекать людей, и все. Вы будете драться? Конечно. На голых кулаках. Let's go. В октагоне хардкор. Погнали. Так давайте на стердаун. Без грязи и без рук. Без рук, Джанго. Вы обещали. Все, я обещал же. Ты же мой брат, Толя, я тебе обещал. Это клоун, ты случайно бой выиграл. Пара, клоун, ты себя переводишь. О, это радует любого зрителя, я думаю. Ух, и слева боковым достает Гарри. Попадает очень жестко Игорь. Переводит на голову, как хорошо Гарри. Ой-ой-ой, вот она шапочка. Победу одерживает Игорь Гарри Барабанов. Хорош! Стоп, хорош! Куда? Попадает, кажется, снизу. Попадает с обеих рук сейчас ислам. Ой, сейчас хорошо провалил и... Ух ты! Попадает ислам тоже хорошо. Хорошо, кстати, передние руки Джанго попадают. Хорошо, из клинча правой рукой пробивает Джанго. Победу одерживает Ислам Джанго Джангараза. Да мы его на бой выйдем, ты видишь, как 5-2 у меня. Понял? Это да, не случайно. Да. Да. На бой выйдем, с тобой выйдем. Давай посмотрим. Посмотрим на твою позицию, на мою позицию. Посмотри, сколько хочешь. Ислам Джанго Джангаразов, Игорь Гарри Барабанов. Кулачная история, которую пора закрыть. Артем